построено на таких вот мелочах. Особенно произведение было написано, как описано, наверное, всероссийского, всесоюзного еще конкурса. И, в общем, по этим мелочам, как бы, знаете, когда выходит 30 пианистов или там 30 фаготистов, все играют одно и то же произведение, значит, уже как бы по каким-то мелочам. Вот ключевые вещи, филировка звука на нотке ми в аккорде, сколько тянет фермат. Та-ра-ра-ра-ра, снял, уже диплом. Ну, грубо говоря, да. Лауреат. Ну, к примеру, да? При том, что безупречно все должно быть технически выучено и так далее. Ну, давай еще разочек. Значит, первый. Мы так сыграем форты, да? Да.
идешь, не сделаешь крещендо, расслабляешь аппарат, выдвигаешь чуть-чуть себя губки на кончик трости и гарантированно берется ре и слог с акцентом. Понимаешь, да, чтобы не в позиции си бемоля, а в позиции уже нижней ноты ре, вот этот весь футбол. Так, для трили это хорошо.
Лев, на третий четверть крещенда и выход из стрели на фарм. Так, пожалуйста, еще раз. Из этих вот всех нюансов, которые у меня потом это все собирается, слушать интересно, появляется стиль, характер, прекрасная артикуляция. Ну вот, как мы будем. Хорошо. Спасибо всем. Вы должны обратить внимание на какие-то промежуточные вещи, которые не важны. Нужно каждый звук, каждую ноту дополнять до такой степени, что это уже немножко напрягает слушателя. Понимаете, да? Постоянное сверхнапряжение, оно не должно как бы присутствовать в игре. Тогда, если у нас появляется контрастность, простота, у нас появляется возможность вот кульминации. Соответственно, тем самым вызвать так называемые мурашки на спине, да, когда все хорошо, все звучит, завоет, и вдруг у нас какой-то всплеск, такой эмоциональный, динамический, который лучше доходит до слушателя. Это можно донести. Потому что если все время играет уже надоедает, уже через 2 секунды уже пусть скорее бы уже закончить эту игру, эту пьесу. Нет дальнейшего какого-то интереса. То есть должна быть интрига некая в сердце. Это такое, значит, по технологии. Нижний регистр, пожалуйста. Там тарара. Нижний регистр, нужно освобождать аппарат. Немножечко. Та-та-ра-ра, в одной позиции прячутся. Вверху, в середине и внизу. У нас должно быть разное. Вверху более плоское, в середине более открыто, внизу еще больше открыто и чуть-чуть ближе к ручке. Штрих хороший, звук красивый. На интонацию обращаем внимание, си бемоль, нотку фа. Пианиссимо, колледж, фермачка обязательно. Очень красиво. В каденции первый раз форте, второй раз ответ пятый. Мяна с хилировкой в аккорде, это минорный, да, помнишь? Вот куми, да? И растворяемся. Растворяемся в эту ночь. Вот. Доучиваешь и поднимаешь потом общий темп, общее движение. Пока не выучишь коду, не делай приносы, не ускоряй членам. Все должно быть в пальцах, идеально уложено, после этого можно уже искать. Пожелаю вам поспеть. Спасибо.